А Анкалаева вы знаете? Да, конечно. Магомеда. Да, да. Как думаете, вот он может стать чемпионом UFC? Да, кстати, да. Может, да? Анкалаева тоже. Ну, как бы я вижу, что он уверенно идет. Да, и сокрушает у себя на пути всех. На самом деле, он, есть у него хорошие данные бойцовские. Ну вот, вот честно, как есть, насколько да, он, да, опасен. В нашем дивизионе нету бойцов, которого я могу назвать неопасным. Все опасные, они свои плюсы. Он очень выносливый, у него необычные удары. Вот единственное, что ты не ожидаешь от него, как он может ударить. Вот этот момент. А так я не вижу у него такого гангстера, скажем так, да, чтобы чувствовать себя жертвой. На самом деле я рад, что у Магомеда Анкалаева тоже все складывается хорошо. Вот он, мне он очень нравился. Он выступал прям, ну, человек, который, ну, я, к которому я испытываю уважение. Вот, он очень культурный, очень вежливый, спокойный парень. Вот. Поэтому рад за наших ребят, что они хорошо двигаются. Ну, вы готовы отобрать пояс? Конечно, на 100%. Я верю во Всевышнего и свою религию.